День ставит свой автограф на нашем канале. Картина вторника в материалах моих коллег. Здравствуйте и смотрите выпуски. Второй прививки не потребуется. Регион ждет большую партию новой вакцины. Непозволительное промедление. В Северодвинске подрядчик грубо нарушил сроки муниципального контракта. Работа на опережение. Мост через Вагу фактически воссоздан заново и открыт для движения. И Пинежье снова привлекает творческих мира сего. Какие краски в этот раз выбрали художники для своих полотен? Итак, в регион поступит более 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которая не требует введения второй дозы препарата. После прививки пациент сразу сможет получить сертификат о вакцинации. То есть теперь у северян есть выбор. В медучреждении обеспечены также поставки «Спутника Ви» и «Эпивак Короны». Сейчас фактически запасы больше 80 тысяч доз. В ближайшее время поступит еще порядка 20-30 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Она будет равномерно распределена по медицинским организациям и учреждениям области. Фактически к середине этой недели она будет доступна уже в каждом населенном пункте, где есть какое-то медицинское подразделение крупное. Продолжают работу мобильные пункты в торговых центрах, а в отдаленные деревни у Белого моря прививку доставляют даже аэролодками. Добавлю, что полный вакцинальный комплекс от ковида получили больше 224 тысяч человек. На благоустройство исторического центра 150 миллионов, на строительство моста сумма в 4 раза больше. Как меняется картина в Вельске и районе, проинспектировал губернатор. Резюме рабочей поездки в нашем материале. Вельский проект благоустройства исторического центра – победитель всероссийского конкурса. Новый старый форштадт – это благоустройство улиц и площадей с созданием современного городского пространства и мест отдыха, в том числе детской и спортивной площадок, пешеходного бульвара. Стоимость проекта – 150 миллионов рублей, но в силу объективных причин произошло удорожание. Вы уже получили федеральное финансирование, да, региональное финансирование. Мы получили 70 миллионов. Мы получили очень хорошую помощь от, от правительства области. 65 миллионов рублей почти. Тут у вас я помню, что почти 150 миллионов. Сумма почти в 4 раза больше на строительство моста через реку Вага. Средства регион привлек, приняв участие в подпрограмме «Туризм» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Мостостроители завершили все раньше срока, проведя фактически не реконструкцию, а возведение нового современного объекта. Почти год назад мы были на этом мосту. Тогда он еще выглядел таким совершенно незавершенным. Сегодня мы, собственно говоря, фиксируем выполнение работ раньше на 2,5 месяца. Спасибо вам за это большое. Качество, по крайней мере, мы сейчас видим, что соответствует всем заявленным характеристикам. Планы по развитию района губернатору представил недавно избранный глава Андрей Гуляев. Это и оказание мерподдержки малым сельхозпроизводителям, обновление водоочистных сооружений, строительство дорог. Первое, я хотел бы, чтобы вы все-таки больше внимания уделили на развитие бизнеса, на повышение собственных доходов района, потому что весь наш сегодняшний разговор строится в том, что вы перечислили все большие проекты, которым вам надо помочь. Мы обязательно будем помогать, несомненно. Но для этого, во-первых, вы должны четко понимать в планах, когда будут готовы соответствующие документации, по каким программам мы это можем сделать. Губернатор рекомендовал Андрею Гуляеву приоритизировать проблемные для территории вопросы, в которых требуется поддержка правительства области. Артемий Заварзин, Мария Даник, Евгений Языков, Александр Кузнецов, Регион 29. К 1 сентября почти готовы. Школа Архангельска завершает плановые ремонты. Это и легкая косметика, и замена коммуникации, и работы, которые давно напрашивались, увидел Александр Богданович. С тех пор, как школьный звонок смолк, темп жизни в этих стенах вовсе не замедлился. Во второй школе Архангельска молотки уже не стучат. За дело возьмутся специалисты по выравниванию стен, покраске и шпаклевке. В этом году учеников порадует и обновка столовой, которая сменила прописку с третьего этажа на первый. В 12 классах появились современные интерактивные панели. У молодого директора школы еще много планов по благоустройству прилегающей территории. Хотят здесь возродить и музей истории. Конечно, школа будет готова, мы работаем четко по графику, все у нас в порядке, детей мы ждем, готовим детям сюрприз в виде столовой, я думаю, что это будет их самое любимое место. Очень приятно делать что-то для детей, очень здорово, мы их ждем. Не менее грандиозный ремонт идет в 50-й школе в Соломбале. Свой 85-й юбилей она встретит с новой системой пожарной сигнализации, которая соединена с системой контроля управления доступом для большей безопасности детей. Сегодня в стенах школы косметический ремонт. Обновляют фойе и пищеблок. Кстати, здесь уже внедрили автоматизированную систему учета питания. Она позволяет не только контролировать посещение ребенком школы, но и вести учет бесплатного питания учеников младших классов. Управляет этим большим кораблем знаний молодой директор Александр Сорокин. Это по его инициативам школа готова к любым вызовам времени.
на территории пришкольной. Тоже большие изменения. В том году мы получили, выиграли, да, конкурс «Бюджет твоих возможностей». Наш проект «Саламбальская Спарта» получил финансирование. И вот те тренажеры, которые на территории устанавливаются, это как раз результат вот этого самого проекта. Кроме того, закуплена учебная мебель. Каждый кабинет оснащен компьютером. Есть даже лингофонный передвижной кабинет для английского языка. Поступили новые наборы робототехники. Глава Архангельска, который лично инспектирует учебные заведения, увиденному дает высокую оценку. Подготовка идет нормально. И что радует, это то, что мы с нового учебного года начинаем, ну, некоторые дополнительные проекты в этих школах в сфере образования. Такие используем современные методы образования. И в целом, я думаю, что это, ну, даст определенный толчок к их интересу к знаниям, даже не только связанным с робототехникой. Это все-таки надо понимать основы там, математики, физики, информатики, много смежных предметов, которые повернут их в эту сторону. Завершился капремонт, и в долгожданной 9-й школе уже 1 сентября она распахнет свои двери для всех ее бывших, настоящих и будущих учеников. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. В канун нового учебного года вопросам безопасности детей особое внимание. Речь не только про вирусы. Так, на территории 21-й гимназии продолжаются работы по капитальному ремонту ограждений. Согласно субсидии, нам было выделено 3 миллиона 882 тысячи рублей. Дизайн-проект был разработан совместно со строительной компанией, учитывая направленность учебного заведения. После проведения конкурса был определен подрядчик. Им стала строительная компания «Дельта-Строй». Заборы тут самобытные, на них поочередно изображены глобусы и раскрытая книга. Проект был сделан специально для образовательного учреждения. Впрочем, дело не только в эстетике. В рамках выполнения требований антитеррористической безопасности планово в этом году проводится ремонт и установка ограждения 21-й гимназии. Это обусловлено постановлением правительства Российской Федерации от 2019 года номер 1006 и является приоритетным. Работы идут согласно утвержденному графику. Оценить концепцию с глобусами и книгами сможем уже в ноябре. Качественнее и безопаснее станут участки дорог по Мезенскому направлению. В каком состоянии трасса, водителям рассказывать не нужно. Тем важнее видеть изменения, которые касаются не только нового асфальта. Мезенское направление – это почти треть дорожных ремонтов региона в этом году. Здесь обновят 49 километров, а всего по области 150. Сейчас осталось только нанести разметку, а в местах, где дорога идет через поселки, также строят тротуары и остановочные карманы. Объект сложный, да, очень много лотков вдоль прикромочных, много остановок. И очень большое количество водопропускных труб, которые требуют ремонта. Участок у поселка Боброва, первый, второй у Рембуева, всего чуть больше километра. Рядом жилые дома, школа, детский сад, поэтому в первую очередь дорогу делают максимально безопасной. Здесь будет освещение, автобусные остановки и пешеходный переход со светофором. На каждой встрече жители Рембуева говорили о том, чтобы участок дороги, который проходит непосредственно через населенный пункт, достаточно проблемный. Здесь было очень много пыли, здесь были проблемы с большими скоростями, например, лесовозы шли, и это было небезопасно. Дорога Архангельск-Пинига-Мезень регионального значения. Построена была в 1998 году и с тех пор впервые на ремонте. За 20 лет асфальт износился почти полностью, кругом сплошные ямы. Много внимания технологии, чтобы ровность была обеспечена максимально. Использовали перегружатель асфальта, шаттл-баги, обязательные требования. Вот. Очень четко за геодезией следили, за лабораторией. Работали только в сухой период. В следующем году по нацпроекту ПКАТ отремонтируют еще 50 километров дороги на Пинигу. Покрытие там останется гравийным, но, по словам дорожников, станет в разы лучше и удобнее для проезда. Необходимо нам продолжать работы, связанные с дальнейшим асфальтированием. То есть участки, которые грунтовые, мы должны переводить в асфальт. Ну и мы должны продолжать работы, связанные с содержанием грунтовой части, чтобы грунтовая часть дороги соответствовала требованиям и безопасности, и комфорта движения автомобиля. В 23-м году по нацпроекту асфальт уложат на участке до Рембуева, в 2024-м до поселка Луковецкий. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Екатерина Макарова, Александр Чалков, Регион 29. В Северодвинске подрядчик грубо нарушил сроки муниципального контракта. Сдать благоустроенный сквер ветеранов в старом центре города должны были еще 15 августа. Но на сегодня территория мало похожа на законченный объект благоустройства. В чем проблема, выяснял Николай Цып.
ранее. По бетону у вас были, да, вопросы? Да, мы хотели нагнать это, да, у нас было там 2,5-3 недели задержка. Хотели нагнать, но нагнали только неделю максимум. Бетона нет, хотя необходимый объем уже давно проплачен, и даты поставки с заводом были согласованы, заверяет подрядчик. Это основная причина срыва сроков сдачи территории. Из-за этого в сквере ветеранов залита только одна площадка, а та, на которой должна бы уже красоваться уличная сцена, в ожидании. Впрочем, чем заняться есть. Завершается монтаж уличных светильников и электропроводки. Уже сегодня вечером подрядчик обещает устроить пробное включение одной из линий. По выполнению твердых покрытий у нас выполнено где-то порядка 80%. По отдельным базам, это бетонные работы, тоже выполнено где-то порядка 80-90%. Сейчас идет доработка, шлифовка, выравнивание, разбивка. Как бы планируем еще выполнить озеленение по максимуму, подготовка к озеленению, то есть вот заготовку грунта. Уложить осталось порядка 370 квадратных метров брусчатки. Кстати, центральную дорожку, по замечаниям комитета ЖКХ, уже перекладывали. Рисунок был неправильным. Камень здесь необычный, разноразмерный. Это и вызвало трудности у подрядчика. Здесь никто не идет ни на какие, как говорится, уступки, и никто не отходит от первоначального проекта, который был согласован большим количеством людей, общественных объединений, наших коллег с градообразующих предприятий, поскольку это, по сути, совместный проект. Также подрядчик ждет и заказанные в Москве малые архитектурные формы, которые до сих пор изготавливаются, хотя поставить их должны были еще в июле. По мнению комитета ЖКХ, закончить работы реально за 2 недели. Такой срок предварительно дали подрядчику, однако за просрочку пени уже будут начисляться. На срок окончания работы мы всегда выходим на объект и определяем объем выполненных работ и объем невыполненных работ для того, чтобы в дальнейшем применять санкции штрафные. Можете назвать примерную дату, когда закончите работу? Нет, не могу назвать. Скажу, а вдруг не сбудется. Будем планировать. Вот, и будем делать все для того, чтобы как бы закончить раньше. Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29. А вот во дворе дома 95 по обводному каналу Архангельска ветераны напротив одержали победу. Боролись за благоустройство придомовой дороги. Она, по иронии 90-х, досталась им в собственность. Подробности в нашем сюжете. Очень прескверная дорога. У нас же тут все пенсионеры живут, так что некому гутарить. Юрию Александровичу 93, но никакого заслуженного отдыха, взялся за ремонт целого проезда. Ветеран войны Юнга вместе со своими сверстниками в 14 лет, будучи помощником моториста, принимал первый конвой «Дервиш». Живет в доме на Обводном 30 лет, а ремонта тут не было и вовсе больше полувека. Про дорогу говорили, что будет делаться, но она не делалась. Не делалась. Вот вы понимаете, нам, инвалидам-то, вообще ходить было опасно. Кругом ямы. А еще кругом разводили руками. Оказалось, что для ремонта нет законных оснований. Дорога у дома принадлежала собственникам жилья. Так получилось, в суматохе 90-х годов вот эта дорога, этот внутридворовый проезд выпал из собственности городской казны и был приписан к собственности дома. Соответственно, город просто так не мог тратить бюджетные деньги на ремонт дороги. Так гласит закон. А вместе с депутатом Юрий Александрович в течение полугода добивался передачи дороги обратно в казну. Нелегкую бумажную волокиту одолели. На днях асфальтовый проезд появился не только во дворе дома 95, но и у соседнего 93-го. Всего 12 подъездов. Депутаты в этом году проголосовали за выделение дополнительных 50 миллионов для таких дворов. Принята программа по благоустройству внутридворовых территорий города Архангельска. Уже в этом году 24 двора в Архангельске выполнены. Еще 2 или 3 по этой программе мы сделаем. Ну и, наверное, в сентябре добавок этой программе где-то около 9 дворов. Работы практически завершены. Чуткий взор ветерана, конечно, заметил недочеты. После недавнего дождя 2 приличные лужи. Но теперь это уже задача народных избранников – контролировать приемку работы в лучшем виде. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. В сентябре жители Поморья смогут проголосовать за кандидатов на соискание премии «Профессия жизнь». Указ об ее учреждении на прошлой неделе подписал губернатор. Уже в этом году 12 врачей и 8 представителей среднего медицинского персонала станут первыми лауреатами. Наградой каждому из них будет выплата в размере 100 тысяч рублей. Все решит народное голосование на портале «Наше Поморье», где разместят странички соискателей. Уже
неделю собирается информация от всех участников, которые желают принять участие в данной программе. Действительно, должна быть такая народная премия и, вот, что называется, возможность людям сказать таким образом спасибо своим любимым врачам. С 24 августа по 23 сентября на портале «Наше Поморье» народное голосование, результаты конкурсная комиссия объявит в октябре, а после – церемония награждения победителей. Завершился 6-й открытый чемпионат «Лесоруб 21 века», а в командном зачете весь пьедестал почета заняли профессионалы лесного филиала группы «Илим». Впрочем, не только соревнованиями обозначился чемпионат, но и деловой программой. Обо всем по порядку, Лидия Папуш. «Лесоруб 21 века» вновь подтвердили статус не просто больших соревнований, но и площадки для обмена опытом и демонстрации сильного потенциала. За несколько дней прошли круглые столы и деловые встречи, а также пленарное заседание, тема которого – «Стратегии развития лесного комплекса России». В нем участвовали представители из Москвы, Вологды, Новгорода, Республики Карелии и Архангельской области. Для Архангельской области лесопромышленный комплекс является традиционно одним из таких экономикообразующих, крайне важных и в части бюджетного наполнения, и в части социального развития, и в части создания новых высокооплачиваемых рабочих мест. В этом году «Лесоруб 21 века» проводится уже в 6-й раз. Я присутствую на нем впервые в качестве губернатора. Первые впечатления остались самые яркие, потому что по сравнению с другими специализированными выставками, в этом году на «Лесорубе 21 века» максимально представлены лучшие мировые бренды, производители лесопромышленной техники. Ну и, конечно, соревновательная часть, где филигранно сочетаются современные традиции, опыт и новаторство. Мероприятие традиционно закончилось вручением призов лучшим из лучших. В командном зачете ими признаны сразу три сборные группы «Илим», представляющие лесозаготовительные участки компании в Архангельской области. Руководитель делегации лесного филиала группы «Илим» поделился секретом успеха. Секрет в профессионализме и плодотворной работе, тренировкам и так далее. Никакого особого секрета нет. Просто плодотворная работа, профессионализм оператора. Операторы, которые участвуют, они вырабатывают новые навыки здесь, справляются со своими нервами, и это их также стимулирует для дальнейшей работы, для дальнейшего участия в конкурсе. В личном зачете на фарвардере золото взял Юрий Шиханов. Также группа «Илим» получила медали в номинации «Оператор гидроманипулятора» Александр Лисиенков. Высокая точность выполнения упражнений, подготовленных для машинистов экскаватора, обеспечила первое место Роману Резникову. После двухлетнего перерыва профессионалы показали высокий уровень подготовки и мастерства и фактически оформили новую заявку на лидерство, теперь уже в следующем году. Лидия Папуш, Александр Кузнецов, Евгений Зыков, «Регион 29». Региональный оператор совместно с холдингом «Регион 29» и рекламной компанией «Факел» проводит акцию «Я сортирую». Героями становятся простые жители Поморья, неравнодушные к проблемам загрязнения окружающей среды. Алексей Макеев о некоторых историях. Путешествовала по Швеции, и меня очень поразило то, как люди там бережно относятся к экологии, к своему городу. Елена начала сортировать мусор, как только в Архангельске появились контейнеры для раздельного сбора отходов. Ведь разумное потребление – тренд современности. Стремление сделать жизнь лучше даже стало показывать пример окружающим. Такие мешочки всегда берет с собой в магазин. Очень легко стираются, вот, и не нужно каждый раз брать пластиковый пакет. И даже если вам на кассе предлагают, просто можно отказаться всегда. Возможностей для раздельного сбора в Архангельской области действительно все больше. Появляются новые контейнеры для раздельного сбора макулатуры, пластика и металла. Растут объемы отходов, поступающих на Архангельский мусоросортирующий комплекс. А главное, результат можно не только увидеть, но и подержать в руках. Это воронки, сделанные из тетрапака. Они вот разного цвета, тоже очень функциональные. Видно, что они с алюминиевой крошкой внутри. И этого же завода есть всякие разные зажимы, ручки, да, из зубных щеток и тетрапака. Из скейтбордов делают бижутерию и предметы домашнего обихода. Из автомобильных шин получаются вот такие солидные ремни. И по примеру европейцев, жители Архангельска тоже понемногу привыкают покупать собственную тару, бытовую химию, косметику. Ведь большое дело начинается с малого – с себя. Мне нравится видеть, что поступающие отходы сортируются, и количество отходов, которые идут на полигон, уменьшается практически в 3 раза. Мы заметили, что качество сырья постепенно улучшается.
Вот. Люди стали более ответственно к этому относиться. Просто видно, что есть пакеты с отдельно собранным алюминием, макулатурой, стеклом. Хочется поблагодарить население за это. Вы тоже можете стать героем рубрики. Присылайте истории и фотографии с пометкой «Я сортирую» на электронную почту. Адрес на экране. И, может быть, вашему примеру будут следовать тысячи людей. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. В одной из самых красивых деревень России, Веркале, высадился творческий десант из столицы. Художники работали чуть больше недели. Пинежские амбары, традиционные дома великаны, веркальские пейзажи – все удалось перенести на холсты, наблюдал Дмитрий Черноусов. Яркие краски и завораживающие виды испокон веков – достойные кисти художника. Писать картины здесь – одно удовольствие. Бескрайние таежные леса, заливные луга и красавица Пинега. В Абрамовской Веркале высадился творческий десант столичных художников. Марина Зубкова окончила Суриковскую академию. На север приехала впервые. Рассказывает, к такой природе нужно приспособиться. Но гостям из Москвы это удалось. Состояние какой-то чистоты, безмятежности, спокойствия хочется изобразить и на холсте. При этом вот тут такие большие грозовые тучи, и есть какое-то противоречие в природе, что вот такая спокойная вода и такое вот неспокойное небо. Эту красоту нужно еще успеть запечатлеть, ведь погода вмиг может измениться, как и некоторые изображаемые детали. Ну, вот здесь вот лодочка, да, сейчас я ее нарисую побыстрее, пока она не уплыла. В одной из самых красивых деревень России художники работали чуть больше недели, можно сказать, без перерыва на сон. А на чердаке местного гостевого дома художники открыли настоящую выставку картин. Здесь их более полусотни, и на каждой из них Веркала раскрыта во всей своей красе. Пинежские амбары, традиционные дома-великаны, веркальские пейзажи – все удалось перенести на холсты. Этот творческий десант организовала семейная пара – Дмитрий и Эльмира Петровы. Муж преподает в Институте кино, супруга – в Суриковском университете. На Пинежье творцы побывали прошлым летом. Да, так затянуло, что в этом году привезли целую художественную группу. Получился настоящий пленэр. Экспедиция тоже получилась, потому что мы окунулись вот с таким замечательными людьми тут познакомились. Владимир, сын брата Федора Абрамова, и такие горящие люди, они все это рассказывают. Тут хор приходил, все это там показывал, рассказывал, пел, вовлекал. Как же побывать в Веркале и не познакомиться с именем великого писателя Федора Абрамова? Как оказалось, художники даже нашли общее между живописью и литературой. Федор Абрамов, он как бы показывал и характер, да, и природы характер, и характер своих сельчан. Мы же тоже как бы вот, когда выходим на пейзажи или пишем старые дома, нам же нужно, ну, как бы показать характер, свое отношение к этому всему. Конечно, связь есть. Связь между ними и Пинежьем тоже будет, говорят художники. Ведь в планах в столице открыть целую выставку картин, посвященную нашему таинственному русскому северу. Дмитрий Черноусов, Марина Беляева, Регион 29. Таким был этот вторник. Желаю вам летнего настроения вне всяких прогнозов погоды. Кстати, актуальный через несколько секунд. Счастливо!